Спасибо, что все шет ратнакуши. Ирена, что многие, что все пришли сюда. У нас есть пилсета святки, и тогда разом базнейцы палек тас пустукши. И у нас праздник, праздник в городе, и тогда церкви становятся довольно пустыми. Бет Деус мус савац копа вена вета. Но Бог нас собрал в одно место. У мы сам бринишчиги радит. И мы чудесно сотворены. У мы гибам славить то кунгу. И мы желаем славить Господа. У Деус мус отсюд человек. И Бог присылает нам человека. Милану. Милану. Милана. Я, Милана. Он Милана мам шодиан пакалпос. И Милана будет сегодня служить нам. Виня калпос ар саву таланту. Она будет служить своим талантом. Сау дабану. Своим даром. Ар саву гариго екшайо цилвэку багатību. Своим богатством своего внутреннего человека, духовного. Эс Милану редзу пирму рейз, тапат ка юс. Я Милану вижу сегодня первый раз, так же, как и вы. Бет мэс редзесим, мэс мужига, мужибам бусим копа венмэр. Но о вечности мы будем вместе всегда. Мэс тэк вырунаем пар мужиб. Мы только говорим о вечности. Мэс шурит и рунаем. Мы говорили о вечности сегодня. Мус ир павэлэц слудинат Дьева валстибус евангели. Нам повелено проповедовать Евангелие Царства. Амен. Ты зин то? И тут так думаешь, Девс ма дод, вот Девс ма дод, и Девс никого не дод. Или только думаешь, Бог давай мне, Бог давай. Ja viņš neko nedod, tad man ir nevajag. Если он ничего не дает, тогда его не надо. Dievs mums ir devis kaut ko tādu, ko mēs pat aptvert nevaram. И Бог нам дал что-то такое, что мы даже не можем осмыслить. Un mēs par to viņ šodien slavēsim. И за это мы будем славить его. Славить его. Amen, es dodu vārdu Milanai. Я дам слово Милане. Четырнадцать, да. Аллилуйя. Доброе утро, церковь. Лабрит, драудзе. Еще утро? Да, еще немножко утро. Вел, кад лайк и рейц. Я рада быть с вами. Esmu priecīgi būt ar jums. Всегда утро доброе, когда ты в церкви. Vienmēr ir labs rīts, kad tu esi draudzē. И для меня большая честь стоять перед вами сейчас. Un man ir liels gods stāvēt jūs priekšā šodien. И поделиться частью своего сердца. Padalīties ar daļu no savas sirds. Тем посланием, которое Бог мне дал. Ar to vēsti, ko Dievs man ir devis. И также песнями, которые Бог дает. Un tāpat arī ar dziesmām Dievs. Но это не концерт. Bet tas nav koncerts. Потому что я верю, это время, когда Дух Святой будет служить вашим сердцам. Un es ticu, ka tas būs laiks, kad Dieva gars kalpos jūsu sirdīm. Поэтому откройте свои сердца перед Господом. Un tāpēc Dievu priekš atveriet savas sirdis. И Дух Святой будет говорить к вам. Un Dievu gars runās uz jums. Есть только условие одно. Ir tikai viens nosacījums. Чтобы Дух Святой говорил или не говорил. Lai Dievu gars runāt vai nerunāt. Это открыто наше сердце или закрыто. Mūsu sirds, vai tā ir atvērta vai aizvērta. Вы знаете, что Бог, Он великий, всемогущий и вездесущий. Ziniet, ka Dievs ir liels, varens, viņš ir visur esošs un visu varens. Но есть одно место. Bet ir viena vieta. Куда он не приходит без нашего разрешения. Kur viņš neienāk bez mūsu atļaujas. Это место наше сердце. Tā ir mūsu sirds. Написано в Откровении в 3 главе, что Иисус стоит у двери и стучит. Jēzus stāv pie durvīm un klauvē. Откроем мы или не откроем? Atvērsim viņam vai neatvērsim? Если откроем, ja atvērsim, то он войдет и будет вечерять с нами. Tad viņš ienāks un baudīs šo vakarēdienu ar mums. Будет крутое общение. Un būs ļoti laba sadraudzība. Он будет говорить к нам. Viņš runās uz mums. Он будет делать какое-то чудо с нашим сердцем. Viņš darīs brīnumus ar mūsu sirdīm. А если не откроем? Bet ja neatvērsim? Лучше не надо. Лучше так не надо. Labāk tā nedariet. Потому что однажды мы встретимся с Иисусом лицом к лицу. Jo vienreiz mēs tik un tā satiksimies ar Jēzus acu pret aci. Для кого-то это позже будет, для кого-то раньше. Kādam tas būs ātrāk, kādam tas būs vēlāk. Когда мы перейдем эту границу физической смерти. Kad mēs pārkāpsim šo fiziskās nāves slieksni. Мы увидим, как он есть. Mēs redzēsim, kāds viņš ir. И мы посмотрим его глаза. Mēs ieskatīsimies viņam acīs. Но посмотреть мы сможем тогда, когда наше сердце было открыто перед ним. Bet uz viņu apskatīties mēs varēsim tad, ja mūsu sirds būs atvērta uz viņu. Тогда мы может
обниматься будем, не знаю. Varbūt, tad mēs apskausimies, nezinu. Это будет счастье великое. Tas būs liels, liela laime tā būs. Но для тех, чьи сердца закрыты. Bet tiem, kam sirdis ir aizvērts. Эта встреча не будет счастливой. Šī tikšanās nebūs laimīga. Написано, что люди, когда увидят Иисуса, когда Он будет приходить, они будут бежать от Него. Un ir rakstīts, ka tad, kad Jēzus nāks, ka cilvēki būs, kas bēg no Viņa. Поэтому я молюсь о том, Tāpēc es lūdzu par to, чтобы сейчас, когда есть возможность, Lai tagad, kamēr ir iespējams, мы больше и больше приближались к Нему. Mēs vairāk tuvotos Viņam. Ближе узнавали Его. Tuvāk Viņu iepazītu. В тайной комнате. Šajā mūsu lūkšanu istabā. Там, где ты и он. Tur, kur tu un viņš. Потому что он близко. Jo viņš ir tu. Вот он сейчас ближе сейчас, чем вы можете представить, подумать или как-то вообразить. Un viņš ir tuvāk mums šobrīd, nekā mēs varam iedomāties, nekā mēs vispār varam padomāt. Вот если вы даже уже сейчас представили, что он очень-очень близко. Ja jūs iedomājaties, ka viņš ir ļoti, ļoti tuvu. Он все равно ближе, чем вы подумали. Viņš vienmēr vienalga ir tuvāk, nekā jūs domājat. Мои мозги тоже с трудом это понимают и воспринимают. Manas smadzenes arī ar grūtībām to saprot un uztver. Но Бог дал нам дух жаждущий. Bet Dievs mums devis slāpstošu garu. Который всегда хочет больше, всегда хочет ближе. Vienmēr grib tuvāk, vienmēr grib vairāk. Ближе познать Его. Tuvāk Viņu iepazīt. Больше вкусить. Tuvāk Viņu izbaudīt. Написано в Писании, вкусите и увидите, как благ Господь. Rakstos ir teikts, redziet un baudiet to, cik labs ir tas kungs. То есть в любом случае, если ты вкусил, ja tu esi pagaršojis, то ты увидишь, что благ Господь. Tad tu redzēsi, ka Dievs ir labs. Если ты думаешь, что Господь не благ, ja tu domā, ka Dievs nav labs, значит, ты не вкусил. Tad tu neesi pagaršojis. Поэтому вкуси. Tāpēc pagaršo. Все очень просто. Viss ir ļoti vienkārši. И написано, блаженны жаждущие. Un ir rakstīts, ka slāpstošie, tie ir svētīgi. И вы знаете, что жажда физическая и жажда духовная, они отличаются по своей природе. Un fiziskās slāpes no garīgajiem slāpēm atšķirās pēc savas būtības. Fiziskā žažda. Fiziskās slāpes. Вот если я хочу пить, я могу попить воды. Ja es gribu dzert, es varu padzerties ūdeni. Мне станет легче. Man būs vieglāk. Ну, жажду утолю, да? Nedaudz remdēšu slāpes. Вы же так же делаете. Jūs tāpat droši vien darat. Но жажда духовная. Bet garīgās slāpes. Я жажду Господа. Es Алкс слабсту пец кунга. Я пью от его живой воды. Es dzeru no viņa dzīvā ūdens. Ja мне хочется еще больше. Man gribas vēl vairāk. Чем больше пью, jo vairāk dzeru, тем больше хочется еще. Jo vairāk gribas vairāk. Vēl. Поэтому вкушайте, вкушайте. Он хочет дать больше. Viņš vēlās dot vairāk, tāpēc baudiet un baudiet to. И я исполню для вас несколько песен. Es izpildīšu dažas dziesmas. Это тот инструмент, который, я верю, дал мне Господь. Tas ir tas instruments, ko es ticu, Dievs man ir devis. Чтобы достигать сердец людей. Lai aizsniegtu cilvēku sirdis. Я не презентую свое творчество. Es neprezentēju savu radošo darbību. Потому что цель это не песня, не творчество. Jo mērķis nav ne dziesma, ne radošā darbība. Цель это сердце. Mērķis ir sirds. Моё и ваше. Mana, jūsējā. Я молю, чтобы Дух Святой служил вам. Un es lūdzu, lai Svētais Gars, lai viņš kalpot jums. Первая песня, которую я спою. Pirmā dziesma, ko es izpildīšu. Она как раз о той встрече с Иисусом. Tā ir tieši par šo tikšanos ar Jēzu. Которая наступит для каждого из нас. Kas pienāks katram no mums. И сейчас мы можем только лишь представлять, какое оно будет. Un tagad mēs varam tikai iedomāties, kāda tā būs. Буду я задавать ему вопросы или не буду задавать. Vai es uzdošu Jēzum jautājumus vai neuzdošu? Может, я расплачусь и буду держать его в объятиях долго. Я Varbūt не знаю. Вообще лишь асарс на обскошен и не лайдишь не вода. Это другая реальность. Tā ir cita realitāte, citas dimensija. Но в любом случае это будет огромное счастье. Un tā būs katrā ziņā liela laime. Потому что сейчас это как через тусклое стекло. Jo tagad mēs to redzam kā caur miglainu stiklu. Но я увижу его однажды таким, какой он есть. Bet es redzēšu vienu dienu viņu, kāds viņš ir.
и там не будет ни слез. Tur nebūs ne asaru, ni boli, ne sāpju, ni razočarovanja, ne vilšanās, ni predateļstva, ne nodevības, от которого многие из вас страдают. No kuras daudz no jums ir cietuši. Если я спрошу, кого из вас предавали когда-нибудь? Ja es pajautāšu, kur no jums ir kādreiz nodevuši, jūs visi pacelsiet rokas. Tad даже вопрос такой глупый немного, потому что, конечно, всех. Un tas ir tāds savā ziņā muļķīgs jautājums, jo мы живём в таком мире, который злой. Mēs dzīvojam tādā pasaulē. И мы предавали. Un mēs esam nodevuši. Только просто себя мы оправдываем обычно, а другим нельзя. Jo mēs parasti sevi attaisnojam, bet citiem kaut kā viņi nedrīkst attaisnot. Себе мы хотим милость. Sev mēs gribam žēlastību. А с другим по справедливости надо. Bet ar citiem pēc taisnīguma vajag. Но Бог, он милостив ко всем. Bet Dievs ir žēlsirdīgs pret visiem. Эта песня переведена с английского языка. Un šī dziesma ir no angļu valodas. Я могу лишь представить. Es varu tikai iedomāties. Я надеюсь, проблем с аппаратурой не будет, там вы все готовы, да? Окей. Сосредоточьтесь на Господе, на Иисусе, что Он будет говорить к вам. Может, даже не смотрите на меня. Jūs varat pat neskatīties uz mani, domājat par to kungu, skatieties uz viņu. Iedomājieties to. Ваши локаторы настройте на волну Духа Святого. Jūs локаторы uz регулируйте uz viņu. Радиоприемники настройте, чтобы слышать его. Lai viņi dzirdētu. Могу лишь представить, как придет тот день, я увижу, мой Господь, тебя. Я могу лишь представить, что увижу я, когда вместе будем ты и я. Я могу лишь представить. Твоей славы в объятиях твоих для тебя станцую танец, сердце в трепете любви, устаю ли пред тобой, на колени упаду, буду петь аллилуйя. Что еще сказать смогу, я могу лишь представить. Могу лишь представить, я могу лишь представить, как придет тот час, когда в свете буду я стоять. Я могу лишь представить, что смогла бы я петь вовеки, петь у ног царя. Я могу лишь представить, я могу лишь представить. В окружении твоей славы, в объятиях твоих, для тебя станцую танец, сердце в трепете любви. Устаю ли пред тобой, на колени упаду, буду петь аллилуйя. Что еще сказать смогу, я могу лишь представить. О-о-о, я могу лишь представить. Я могу лишь представить.
Царицу, ну, царя. Я могу лишь представить. Слава тебе, Иисус. Я молюсь о том, чтобы наше сердце было открыто перед тобой. Es lūdzu, Jēzus, lai mūsu sirds ir atvērts tavā priekšā. Молюсь о том. Es lūdzu par to. Чтобы наша жизнь отражала твой свет. Lai mūsu dzīve atspīdēt tavu gaismu, atstarot. И чтобы когда мы встретимся с тобой лицом к лицу. Kad mēs tiksimies ar tevīm seju pret seju. Это был для нас самый-самый счастливый день. Lai tā būtu pati laimīgākā diena. Когда мы можем просто раствориться в тебе. Kad mēs varam vienkārši izšķīst, izkust tevī. Так как жаждало это наше сердце все время. Lai tā kā mūsu sirds ir slāpušas pēc tā visu laiku. Господь, очищай наши сердца. Atīri mūsu sirds, Kungs. Подогревай нашу жажду. Rādi mūsu слабость. Сделай нашу жажду больше. Дари mūsу слабость lielākas. Чтобы мы стремились к тебе больше и больше. Lai mēs vairāk tiektos pēc tevis. Во имя Иисуса. Jēzus vārdā. Следующая песня. Nākamā dziesma. Ее написал один мой друг в Украине. То uzrakstījis viens mans draugs Ukrainā. Он прошел нелегкий путь. Viņš ir gājis nepārāk vieglu ceļu. У него была и тюрьма. Viņam bija gan наркотики, gan narkotikas. И вот сейчас он уже тоже много лет служит Богу как поклонник. Un tagad viņš jau daudz gadus kalpo tam kungam kā pielūdzējs. Однажды он пережил Божию милость. Vienreiz viņš piedzīvoja Dieva žēlastību. И когда ты сталкиваешься с Божьей милостью, kad tu satiecies ar Dieva žēlastību, Его благодатью, Viņa labvēlību, Его безусловной любовью, Viņu beznosacījumu mīlestību, Если это по-настоящему, ja tas ir pa-īstam, то что-то происходит с нашим сердцем. Tad kaut kas notiek ar mūsu sirdi. Что-то ломается. Kaut kas lūst. Если те надломы, которые мы проходим в мире, ir kaut kādi lūzumi, kurus mēs izējam cauri pasaulē, они нас уничтожают. Tie mūs iznīcina. Есть выражение такое в русском языке, загоняют под плинтус. Ir tāds teiciens, ka zem grīda līstes padzen. То, когда ты ломаешься в Божьем присутствии, kad tu lūsti, salūsti Dievu klātbūtnē, это восстанавливает нашу душу. Tas atjauno mūsu dvēseles. Это поднимает нас к Нему. Tas paceļ mūs pie Viņa. Потому что Божья милость, jo Dieva žēlastība, она ломает нашу гордость, tā lauž mūsu lepnumu, самомнение, paštaisnumu, весь наш старый опыт, visu mūsu veco pieredzi, греховный, мирской, pasaulīgo, grēcīgo, ломается все гордое и высокомерное. Viss, kas augstprātīgs un lepnības pilns, а на это место приходит Бог. Un tajā vietā atnāk Dievs. Его жизнь. Viņa dzīvība. И то, что нам раньше казалось жизнью, un tas, kas mums kādreiz likās dzīve, она блекнет. Tas paliek blauss. Мы понимаем, что это все было не по-настоящему. Un mēs saprotam, ka tas viss nebija pa-īstam. А вот с Богом, bet ar Dievu, это уже по-настоящему. Tas jau ir pa-īstam. Уже не как будто живем, а по-настоящему. It kā dzīvojam, bet dzīvojam pa-īstam. И когда мы каждый день ходим так с Богом, un kad mēs katru dienu staigājam ar Dievu, и мы знаем, что Он есть источник этой милости и благодати, un mēs zinām, ka Viņš ir šīs mīlestības un žēlsirdības avots, и нам хочется держаться за Него еще крепче и крепче, mums gribas pie Viņa turēties vēl vairāk, stiprāk un stiprāk, ухватиться и не отпускать, pieķerties un neatlaist, никогда, nekad, я еще буду крепче держаться. Я еще вел стипрак, турешь. Если вы даже не понимаете по-русски, вот песня об этом. Я ее под кривиск не сопрота, тогда дзесмир по то. Песня называется «Сломлен милостью». «Сломлен милостью». Дзесм салца «Солост милостив» ар милостив. И любовью спасен, для тебя открыт, я в тебя влюблен.
моей стране подожжен твоим огнем. Сломлен милостью и любовью спасен, для тебя открыт, я в тебя влюблен. Твоим воздухом и дыханием опьянен, я в твоей стране подожжен твоим огнем. За тебя держусь, никуда не отпущу, я к тебе стремлюсь, за тебя держусь, Иисус, за тебя держусь, никуда не отпущу, я еще проснусь, я еще в тебя влюблю. Я дышу тобой, растворюсь в тебе. И в твоих лучах, в твоем праведном дожде, выкуплен тобой, я живу в твоей стране. За тебя держусь, никуда не отпущу, я к тебе стремлюсь, за тебя держусь, за тебя держусь, никуда не отпущу, я еще коснусь, я еще в тебя влюблюсь, за тебя держусь, никуда не отпущу, я к тебе стремлюсь, за тебя держусь, за тебя держусь, никуда не отпущу, я еще коснусь, я еще в тебя влюблюсь, я еще коснусь, я еще в тебя влюблюсь. Я еще коснусь, я еще в тебя влюблюсь. Я еще коснусь, я еще в тебя влюблюсь, Иисус. Аллилуйя, Господь. Спасибо тебе за твою милость, за твою жизнь и благодать. За то, что в твоих руках нам безопасно. Ты тот, кто изменяет нас, но не унижает, не надламывает. Твоя любовь и милость восстанавливает наше сердце. Tava mīlestība un žēlastība atjauno mūsu sirds. И ты любишь нас такими, какие мы есть. Un tu redzi mūs, kādi mēs esam. Но ты преобразуешь нас. Bet tu mūs pārveido. Чтобы мы стремились быть такими, как ты. Lai mēs censtos kļūt tādi, kā tu. И дай нам держаться за тебя еще крепче. Un dod mums turēties pie tevis vēl stiprāk. Влюбиться еще больше. Iemīlēties tevī vēl vairāk. Во имя Иисуса. Jēzus vārdā. Аминь. Аминь. И следующая песня. Un nākamā dziesma. Она снова о любви. Tā atkal ir par mīlestību. Безусловной Божьей любви. Par Dievu beznosacījumu mīlestību. Которая разрушает всякие проклятия. Kas izārda visādus lāstus. Чем больше мы открыты для Божьей любви. Jo vairāk mēs, jo atvērtāk mēs esam Dieva mīlestībai.
для Бога, для Его жизни, Dievam un viņa dzīvei, тем больше уходит проклятие и всякое зло из нашей жизни. Jo vairāk aiziet dažādi veidi ļaunums un lāsti no mūsu Они не dzīves. Могут вместе находиться у нас. Tie nevar vienlaicīgi atrasties mūsos. Поэтому я снова говорю. Tāpēc es atkal saku. Открывайте свое сердце для Господа, для Его любви и милости. Atveriet savas sirdis Dievam un viņa mīlestībai un žēlastībai. Доверяйте Ему. Uzticieties Viņam. Он знает, как лучше для вас. Viņš zina, kā labāk priekš jums. В Его руках безопасно. Viņa rokās ir droši. Никто, ни я сама себя не могу защитить, никто другой не может так, как он это может. Neviens nevar pats sevi aizstāvēt tā, kā Dievs to var izdarīt. И все это случилось благодаря тому, что он сделал на кресте. Un viss noticis pateicoties tam, ko viņš ir izdarījis pie krusta. Свята жизнь Твоя на кресте распята, Ты любовь моя, капли алой крови брызнули с креста, землю орошая слезами дождя. Славлю Тебя, Господь, благодати, Твоя любовь разрушит проклятия. Слава Твоя покроет души, мир принесет, цепи рабства разрушит. Свята, свята жизнь Твоя на кресте распята, Ты любовь моя, капли алой крови брызнули с креста, землю орошая слезами дождя. Покроет души, мир принесет, цепи рабства разрушит. О, славлю Тебя, Господь благодати, Твоя любовь разрушит проклятия. Слава Твоя покроет души, мир принесет, цепи рабства разрушит. Превозносится.
Тебя, Господь благодати, Твоя любовь разрушит проклятия. Слава Твоя окроет души, мир принесет, цепи рабства разрушит. Твоя любовь разрушит проклятия, слава Твоя покроет души, мир принесет, цепи рабства разрушит. Славим Тебя, Господь, за Твою благодать. Patīcamies Tev, Kungs, par Tavu žēlstību. За Твою милость, par Tavu которая разрушает всякие проклятия. Kas izārda visādus lāstus. Которая поднимает нас. Kas paceļ mūs. Даже если мы в очень глубокой яме. Pat ja mēs esam dziļā bedrē. Где тебе нет настолько глубокой яме, куда бы ты не мог прийти и помочь нам. Tev nav tādas bedres, kas būtu par dziļu, lai Tu nevarētu atnākt un palīdzēt. Ты с нами рядом всегда. Tu esi mums vienmēr blakus. Ты всегда готов спасать и восстанавливать. Un tu vienmēr esi gatavs mūs glābt un atjaunot. Mēs slavējam Tevi za to. Mēs slavējam Tevi, Kungs, par to. Alleluja, Gospodi. Alleluja, Kungs. Amen. Amen. Давайте воздадим славу за Его благодать и милость. Alleluja, Gospodi. Это невероятно. Спасибо, Господь. Я немножко поделюсь о себе. Я из Украины. Уже представили. Но Украина, скажи, мы не стали прежде. Да, сейчас у нас важное время для Украины. Ну, так это у нас Украина, это сварикс лайкс. Не только политически, но и в церквях. Не только политически, но и драудзес. Потому что когда трудности происходят, тогда поднимаются на поверхность, ну, то, чем мы живем, то, чем мы дышим, да? Un tad, kad atnāk šādas grūtības, tad paceļās virspusē tas, ar ko mēs elpojam, ar ko mēs dzīvojam. В благополучное время легче носить маски. Labvēlīgā laikā vieglāk nēsāt ir maskas. А вот в неблагополучное уже чётче видно, кто мы есть. Un nelabvēlīgā laikā jau vairāk redzams, kas mēs esam. Чем мы наполнены? Ar ko mēs esam pilni? Благодатью или неблагодатью. Vai mēs esam pilni ar labvēlību, ar žēlastību vai nežēlastību. Поэтому церкви сейчас тоже проходят особый период. Tāpēc arī draudzēs ir īpašs periods šobrīd. Кто-то начал еще больше молиться. Kāds sācis vēl vairāk lūgt. Многие в многих городах объединяются церкви для молитвы. Daudzās pilsētās draudzes apvienojas lūgt. Великая слава Господу. Un tas ir liela slava Dievam par to. Halleluja. В моем городе каждый день в 7 утра проходит молитва на площади города. Un tur katru rītu, 7 no rīta, ir rīta lūkšana uz laukumu. Начали это баптисты. To iesāka baptisti. Ну, начали присоединяться все. Un сака pārējie pievienoties arī. Ну, время немножко сложное, 7 утра. Но кто может, приезжает. Sarežģīts 7 no rīta, bet kas var, tie brauc. И там удивительная атмосфера. Un tur ir īpatnēja atmosfēra. Я вам не передам, это надо почувствовать. То vajag sajust, to nevar izstāstīt. Такое ощущение, что это как небеса внимательно слушать, что же там происходит, как будто бы ангелы вокруг нас стоят. Un tāda sajūta, ka eņģeļi stāv apkārt, un debesis uzmanīgi klausās, kas tur lejā notiek. А вокруг тьма. Bet apkārt ir tums. Вот представьте, в центре города, на центральной, самой большой площади Европы у нас. Харкове pat lielākā šī centrālais laukums Eiropā. Группа людей в 7 утра становится на колени просто перед Господом и взывает о народе. Un cilvēki pilsētas centrā nokrīt ceļos un lūdz par tautu.
Также разные церкви, разные деноминации объединяются вместе там раз в неделю или как там для того, чтобы молиться совместно. Un dažādas draudzes, dažādas denominācijas apvienojas, lai kopīgi lūgtu par tautu vismaz reiz nedēļā vai kaut kā tam līdzīgi. Наверное, за всю историю так не возносились еще молитвы, как возносятся сейчас. Man liekas, ka visā vēstures laikā tik daudz lūkšanu nav pacēlējis Dievam kā tagad. Но в то же время есть случаи, есть верующие, которые наоборот негатив. Ir ticīgie, kuri tieši pretēji negatīvi noskaņot. Вместо помощи молитвы есть негатив. Un palīdzības un lūkšanu vietā ir negatīva. Это тоже сложно. Un tas arī ir sarežģīti. То, чем мы наполнены, это вылазит в какие-то вот такие моменты критические. Tas, ar ko mēs esam piepildīti, tas kaut kādos kritiskos momentos izlien ārā. Поэтому молитесь об Украине, об украинцах, о церквях в Украине. Tāpēc lūdziet Dievu par Ukrainu, Ukraiņiem un par Ukrainas draudzēm. Есть бывает противостояние между российскими служителями и украинскими. Ir šī, понимаете, о чём я, да? Šī pretestības starp Krievijas kalpotājiem un Ukrainas kalpotājiem. Поэтому молитесь также о мире и мудрости, чтобы были среди христиан. Un tāpatās jālūdz ir par mieru un gudrību, lai būtu kristiešu vidū. Я до того, как приехать в Латвию, была в Германии. Pirms es atbraucu uz Latviju, es biju Vācijā. Там тоже служила в нескольких церквях. Un tur arī kalpoju dažās draudzēs. И когда только видят, что я, ну, говорят, что я из Украины. Kad tik līdz dzird, ka es esmu no Ukrainas. Считали своим долгом подойти и высказать свою позицию. Un viņiem bija, viņi uzskatīja par savu pienākumu pienākt un pateikt savu nostāju. Ко мне выходит, я же как бы тут служить приехала, а не во имя Украины. Es esmu atbraukusi pakalpot nevis Ukrainas vārdā. Ладно, есть хорошую позицию. Labi, ja labu, pozitīvu pozīciju. А когда всякую ерунду начинают говорить, да зачем она мне надо? Kad visādas muļķības sāk runāt, preš kā man to vajag? Поэтому, наверное, внимание всего мира на Украине. Тепец лайком весь спасался узмонии берут. Не всегда поддерживают. Он, наверное, отбалстош. Так вот, я из города Харькова. Мы с вами но Харьковс. Это восток Украины. Тас ир Украина саустром. Ну, как раз там, где сейчас интересные события. Апмерам тур, кур тегат интересант нотикум нотек. Моя церковь, любимая церковь, называется Оливковый сад. Mana mīļotā draudze, tā saucās Olīvu dārs. Я очень люблю мою церковь. Man ļoti patīk, mana draudze, es ļoti mīlu to. Я там уже давно, с момента основания. Es esmu no tās dibināšanas brīža. Больше 20 лет. Laikam jau kāds 20 gadus. Господу я пришла, когда мне было 11. Pie Dieva es atnācu, kad man bija 11. Ну, даже ко мне он пришёл, не я к нему, он ко мне. Nevis es pie viņa, bet viņš pie manis atnāca. Потому что я была сама в комнате. Es biju pati istabā. И такое ощущение, что как будто какой-то неземной свет наполнил мою комнату. Un tāda sajūta bija, ka tāda ārpus zemes gaisma piepildīja manu istabu. И у меня были до того различные трудные моменты. Man pirms tam bija dažādas grūtības dzīvē. Я думала и о самоубийстве, и всякой ерунде. Es domāju gan par pašnāju, gan par visādām muļķībām. С родителями сложные отношения были. Ar vecākiem bija ļoti sarežģītas attiecības. Ну, то есть, как бы, я думала, что я вообще в этом мире никому не нужна. Un es domāju, ka šajā pasaulē es neesmu nevienam vajadzīga. И от глупости меня остановила мысль, четкая мысль в моей голове, что есть кто-то, кто меня любит. Un no dažādām muļķībām atturēja man doma, šī doma galvā, ka ir kāds, kas mani mīl. И вот через время вот этот вот встреча с Господом состоялась такая. Un pēc kāda laika notika šī tikšanās ar Dievu. Я тогда не сильно понимала, что происходит. Es tad īpaši nesapratu, kas notiek. И вот я настолько сильно почувствовала реальность Бога, что вот он есть. Es to ļoti spēcīgi sajūtu šo Dievu realitāti, ka viņš ir. Это было не так давно, как союз распался, и когда был атеизм, да, вы помните. Nav tik ilgs laiks pagājis, kopš Padomju Savienības sabrukusi ir, un tad bija ateisms, jūs atceraties. Поэтому у многих стоял вопрос тогда у людей, есть Бог или нету. Tāpēc daudziem cilvēkiem tajā laikā bija jautājums, vai ir Dievs vai nav viņa.
Сейчас уже многие понимают, что есть Бог, просто решают быть с ним или не быть с ним. Tagad jau daudzi saprot, ka ir Dievs vienkārši izlēmēja būt ar Dievu vai bez viņa. Тогда стоял вопрос, вообще он есть или нету. Bet tad bija jautājums, vai vispār viņš ir vai nav. Я поняла, что он есть, я почувствовала это всем своим естеством. Un es sapratu, ka viņš ir, un es to sajūtu ar visu savu būtību. И моя логика работала так. Man loģika strādāja tā. Если Бог есть, ja Dievs ir, значит, надо быть верующим. Tad vajag būt ticīgai. А если я теперь верующая, значит, мне нужна церковь. Ja es esmu ticīga, tad man vajadzīga draudze. Дух Святой таким удивительным способом вот это вот сделал. Святais Gars tādā dīvainā, īpatnējā veidā to visu izdarīja. И я начала вспоминать, что я вообще знаю о Боге. Un es sāku domāt, ko es vispār zinu par Dievu. Ну, есть Бог Сын, Бог Отец, Бог Дух Святой. Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars. Иисус пришел на землю, умер на кресте за грехи всех людей, а значит, наверное, и за мои тоже. Un Jēzus atnāca uz zemes, nomira par cilvēku grēkiem, laikam arī par manējiem. Это, собственно, все, что я знала. Tas bija viss, ko es zināju. Ну, что верующие ходят в церковь. Un, ka ticīgi iet uz baznīcu. Я начала искать церковь. Un es sāku meklēt draudzi. Я нашла церковь. Es atradu draudzi. Это не сразу была та церковь, в которую я сейчас хожу. Tā nebija uzreiz tā draudze. Мои поиски где-то, ну, несколько лет длились. Kurā es tagad eju, bet šīs meklēšana ilga vairākus gadus. Еще из-за того, что вот православие ж как бы у нас было, да? Mums bija it kā pareizticīgo. Ateizm, pravoslavie, nu visu vmēsti, kā to bija. Ateizmas un pareizticība, viss bija kopā. Очень странная страна была, да. Īpatnēja valsts. И в православной церкви вот нету такого понятия, как моя церковь. Un pareizticīgo baznīcā nav tāda jēdziena, kā mana draudze. Ну, где-то там зашел, поставил свечку, помолился, ушел. Может, в следующий раз в другую церковь поехать, да? Un tu vari atnest svecītu, palūgt Dievu un aizbraukt, un citreiz tu uz citu draudzi var aiziet. Поэтому у меня тоже не срабатывало сначала, да? Ну, я тоже не понимала, что мне нужна моя церковь, es да? Я думаю, что мне нужно ману драудзи. И что нужно общение, кто мне, мне никто не учил, да? Man to neviens nemācīja. И вот уже где-то больше 20 лет, да, я в моей церкви, а с Господом я вот уже 24 года, вот скоро будет. Un es savā draudzē esmu apmēram 20 gadus, un ar Dievu es 24 gadus. Мне 35 лет сейчас. Tagad man 35 gadi. Чтобы вы не напрягались, не считали, я сразу скажу. Es uzreiz pateikšu, lai jūs neskaitītu. Ну, если 24, так сколько? Ну, я просто знаю эти расчеты, сразу в голове идут. Es zinu, kā tie skaitļi iet pa galvu. То есть 11 лет я с Господом. No 11 gadiem es esmu ar Dievu. Но не все так просто. Bet ne viss ir tik vienkārši. Потому что мои родители были очень сильно против того, чтобы я была верующей. Jo mani vecāki, viņi bija ļoti pret to, ka es būtu ar Dievu. Это еще так очень мягко сказано. Tas ir tā ļoti maigi vēl teikts. Они делали многое, чтобы выбить из меня веру, какими только могли способами. Un viņi darīja daudz ko, lai izsistu šo ticību no manis visādiem veidiem. И это было тяжело. Un tas bija smagi. Вместо того, чтобы радоваться с Господом в церкви, общаться с людьми, я постоянно была в какой-то борьбе, депрессии, страхе. Un tā vietā, lai būtu ar Dievu un priecātos draudzē un būtu sadraudzībā ar cilvēkiem, es biju bailēs, depresijā un es laiku kaut kādā cīņā. Мне была очень большая жажда, которую Бог дал тогда при встрече с ним. Un Dievs man deva šīs slāpes pēc sevis tajā laikā, kad mēs tikāmies. И это держало меня. Un tas man turēja. И я там читала Библию ночью в шкафу. Es skapīju pa nakti, lasīju Bībeli. Ну, чтоб свет не было видно. Днём меня легко могли застукать, а вот ночью, пока вроде как все спят, я брала лампу, настольную лампу, там обкладывала одеялами, чтобы свет не был виден, и читала ночью в Библию в шкафу. Un es pa nakti, lai neredzētu gaismu, tad es skapīju, lasīju Bībeli nakts laikā. И прятала Библию так, чтобы её нигде не нашли между матрасами. Un starp matračiem slēpu Bībeli, lai neviens viņu nekad neatrast. Ну, много всего было интересного. Daudz kā interesanta bija. И родители время от времени, они устраивали мне такое промывание мозгов. Un arī vecāki viņi tādu smadziņu skalošanu man kā, nu, organizēja. Это было очень много
боли. Tas bija ļoti daudz sāpju. Естественно, отношений у нас с ними не было нормальных. Un, protams, normāla attiecība ar vecākiem nebija. Никакого понимания, никакой поддержки. Nekādas sapratnes, nekāda atbalsta. Водили меня к психиатру, чтобы вылечить меня от веры. Un vadīja, veda mani pie psihiatra, lai man no ticības izārstētu. Ну, периодически били, вдруг поможет. Периодически сита, ja nu palīdz. Ну, и много-много всего. Un daudz kas cits. Периодически там мои сумки смотрели, чтобы там вдруг Библии там не было. Un arī skatījās ik pa laikam somā, lai man Bībele nebūtu. В общем, весь подростковый возраст. Visi pusauģu gadi. Я его, в общем-то, не помню, как вот было. Вот, ну, я смотрю за подростками, я им даже где-то завидую, ну, по-хорошему, да, что они могут там радоваться. У меня этого не было. Un es skatos uz pusauģiem, un es kaut kā labvēlīgi tā viņus apskaužu, jo viņi var priecāties, viņi var baudīt dzīvi. Un man tā nebija. Ну, вот эта радость в Божьем присутствии, когда я могла приходить к нему. Un šis prieks, ko Dievs deva viņa klātbūtnē, kad es varēju nākt pie viņa, to ne ar ko nevar salīdzināt. И там я получала исцеление и утешение. Un tur es saņēmu dziedināšanu un в тайной комнате, в тайном месте. Šajā slepenajā istabā. И это стоило всего. Un tas bija visa tā vērts. Я знала, что Бог очень близко. Un es zināju, ka Dievs ir ļoti tuvu. Я это чувствовала даже как физически. Un es to pat fiziski sajūtu. Я когда становилась на колени у себя дома в комнате. Kad es uz ceļiem lūdzu Dievus pie sevīm istabām mājās. Я чувствовала, как будто действительно вот кто-то со мной вот рядом есть. Un es fiziski sajūtu, ka it kā kāds man blakām ir. Бог исцелял меня от депрессии. Dievs man dziedināja no depresijas. Я втихаря иногда ходила на служение. Поклусал даже из гаюс дивкалпоем. Это не было регулярно, понятное дело, к сожалению. Tas nebija regulāri, pats par sevi. Но я очень хотела. Es ļoti vēlējos. И, допустим, я попаду там на полчаса в церковь. Un, ja es trāpīju uz pusstundu uz draudzē. Я старалась как губка впитать все, что там происходило. Un es centos, cik vien dziļi var to visu, kas tur notika, iesūkt sevi. Или успеть выучить кусочек песни какой-нибудь. Vai kādu dziesmu iemācīt, lai pēc tam mācīt dziedāt. Или хотя бы кусочек проповеди. Vai gabaliņu sprediķa. Я потом это долго-долго размышляла об этом. Un es par to daudz domāju. Поэтому очень ценно вот это время, когда мы в церкви сейчас. Tāpēc tas ir ļoti vērtīgs laiks, kad mēs esam draudzē. Это свято. Tas ir svēts. Это огромная ценность. Tā ir ļoti liela vērtība. Мы порой пренебрегаем. О, пойду в церковь, не пойду, скучно, не скучно. Mēs tā nenovērtējam, mēs sakam, ai, uzdies uz draudz, neiešu uz draudz, ai, tas garlaicīgi. Ai, я лучше высплюсь. Es labāk izgulēšos. И много других всяких отговорок. Un ir daudz citu atrunu. Но это очень ценное святое время. Tas ir ļoti vērtīgs svētais laiks. Им нужно дорожить. To vajag novērtēt. Мы не знаем, что будет проходить там через месяц. Mēs nezinām, kas notiks pēc mēneša. Мы живем в последнее время. Mēs dzīvojam pēdējā laikā. А может вообще запретят собрания, кто узнает? Varbūt vispār aizliegs savākties kopā. Вы знаете, что сейчас во многих странах мира каждый по статистике, по-моему, каждые 5 минут или каждые 10 минут убивают какого-то христианина за веру. Ka pasaulē pēc statistikas ik pa 5 vai 10 minūtēm nogalina kādu kristieti. Мы, слава Богу, живём, там ещё не запрещают нам. Mēs, paldies Dievam, šeit dzīvojam un neviens neko neaizliec. Мы не боимся, что сейчас войдут военные и нас всех в тюрьму посадят. Mēs nebaidāmies, ka ienāks militāristi un iesēdinās cietumā. Поэтому очень важно ценить это время. Tāpēc vajag vērtēt šo laiku. И порой, когда я начинаю расслабляться, вот так вот забывать об этом, Бог мне напоминает, как у меня было об этой жажде. Un kad es sāku aizmirsties un sāku atslābināties, tad Dievs atgādina šīs slāpes. Как я целый день ждала ночи, чтобы почитать Библию. Kā es visu dienu gaidīju nakti, lai palasītu Bībeli. И иногда друзья мне подгоняли кассеты, ещё кассеты были, я ночью тоже слушала. Dažreiz draugi man kasetes iedeva, ka es varēju kasetes pa nakti klausīties. Проповеди.
спредитис. В основном это были Алексей Ледяева. Парсера таз был Алексей Ледяев спредит. И всю ночь слушаешь, потому что не можешь остановиться. Думаешь, одну послушаешь, а нет, больше хочется. Он лекас, ты думаешь, один понаклаусишь, но потом вел грибас, вел грибас. И потом с квадратной головой идешь на занятия. И потом контейн головой из школы. Потому что всю ночь ты в Слове Божьем. Весь ночь ты Дьего Варду клаусиешь. Тело ватное, но зато дух наполнен. Весь термин сваешь, бет гарскан ир пилнц парпил. И это было удивительное время. Тас бы лёд парстайдзош лайкс. И Бог очень близко к нам в страданиях. Он цешинас, Девс ир лёд тув мумс. Когда мы проходим трудные времена. Кад мэс эйм цаур грутием лайкием. Но они бывают у нас, в общем-то, даже часто, к сожалению. Демжал, шие грутие лайки ир дезган биеж. Когда мы попадаем в какие-то бури, жизненные штормы. Когда мы секлюстам какого-то зивс ветрас. Бог близко к нам. Девс ир тув мумс клат. Если мы только позволим ему помогать нам. Я вен мы ляусим виням палидзет сев. И ну я к счастью не была в шторме в настоящем, ну в море. Es paldies Dievam, jūras tādās vētrās neesmu gadījies man būt. Но я читала, как моряки пишут. Bet es lasīju, kā jūrnieki stāst. Что волны настолько велики, вот эта стихия тебя охватывает. Ka visa šī stihija tevi aptver apkārt tev. И ты не понимаешь уже, где ты находишься. Un tu vairs nevar saprast, kur tu atrodies. Где берег, где небо, где земля, всё перемешивается. Un tu vairs nevar saprast, kur ir debesis, kur zeme, kur krasts. И ты не понимаешь, выживешь ты или нет. Un tu nezini, vai tu izdzīvosi vai nē. Ты не знаешь, за что держаться. Tu nezini, pie kā turēties. Нет почвы под ногами, всё у тебя. Un jo tev nav nekāds stabilizm kājām. И такие ситуации мы часто проходим в нашей жизни. Un šādas situācijas bieži vien notiek mums dzīvē. Когда мы не знаем, что делать. Kad mēs nezinām, ko darīt. Когда мы не видим света. Kad mēs neredzam gaismu. Мы не видим пути никакого вообще. Un mēs neredzam nekādu ceļu vispār. Именно в этот момент. Tieši tajā brīdī. Очень важно прославить нашего Господа. Ļoti svarīgi ir mūsu Kungu slavēt. И тогда мы сможем увидеть маяк. Un tad mēs spēsim ieraudzīt šo bāku. Может, тут есть маяк, я знаю. Jums te ir bākas, es zinu. Увидеть маяк среди этой бури. Visā šajā vētrā ieraudzīt bāku. И плыть к нему. Un peldēt uz to. Написано в Писании. Ir rakstīts, что Слово Божие rakstos, это свет для нашей стези. Ka tas ir gaisma uz mūsu ceļiem. Поэтому, как только мы в шторме и в буре прославим Его, kad mēs vētrā, mēs slavējam Viņu, мы сможем увидеть спасительный свет. Mēs spēsim ieraudzīt šo glābjošo gaismu. Я сейчас спою об этом песню. Un par to es nodziedāšu dziesmu. Если вы проходите в вашей жизни сейчас бурю или шторм, ja jūs šobrīd ejat cauri kaut kādai vētrai, откройте свое сердце, atveriet savu sirdi, чтобы Бог показал вам этот путь спасения, этот свет. Lai Dievs parādītu jums savu šo ceļu, šo glābšanas ceļu. Что это фонит? Ты верен был всегда, и даже в этот шторм меня найдешь ты. И вытришь слезы мне на твой призыв. Скажу аминь, ведь ты так близко. В раскатах грома слышу сквозь ливень тихий шепот твой, Господь, что ты со мной. Тогда приходит милость, и я хвалю того, кто жизнь дает и заберет. И среди бури я, Господь, хвалю тебя. Неважно, где я есть, ведь ты хранишь меня.
хоть сердце вновь болит, но каждую слезу хранишь в своей руке, ты на моей стороне. Среди бури я пою тебе. Ты слышишь голос мой, когда нет сил идти, когда теряюсь на жизненном пути, и посреди ветров продолжу путь с тобой, ведь ты не бросишь. В раскатах грома слышу сквозь ливень тихий шепот твой, Господь, что ты со мной. Тогда приходит милость, и я хвалю того, кто жизнь дает и заберет. И среди бури я... Господь, мы славим Тебя за то, что Ты даешь видеть Твой свет среди бури. Славим Тебя, Кунгс, что Ты дод redzēt šo gaismu caur vētrai. Даже среди великого шторма. Pat lielā vētrā. Ты приходишь, чтобы спасать нас. Tu atnāc, lai glābtu mūs. Славим и благодарим Тебя за это. Славим, pateicamies Tev par to. Дай нам не быть, как упертые бараны. Lai mēs neesam, kā ietiepīgi jauni, которые отказываются от помощи, kas atsakās no palīdzības, которые закрываются, kuri aizverās, которые хотят идти своим путем, kas grib iet savu ceļu. Господь, дай нам быть смиренными, dod mums, Kungs, būt и идти к Твоему свету, un iet uz Tavu gaismu. Во имя Иисуса, Господь. Jēzus vārdā, Kungs. Аминь. Аминь. И сейчас я говорю очень много о тайной комнате, о том, что Бог исцеляет. Un tagad es runāju daudz par, par šo потому что я пережила это istabu, ka Dievs dziedē в своей жизни. Слава Богу, вы меня не знали раньше. Слава Dievам, jūs man nepazināt agrāk. Знаете, есть такое выражение, как проблемные люди. Ir tāda, tāds jēdziens kā problēma cilvēki. Ну, кому интересно общаться, у кого вот куча боли. Kam ir interesē
runāties ar kādu, kam ir Я лучше поздороваюсь и пройду мимо. А если бы тас К тому, с кем приятнее общаться. Сосвесинашос, он поешь горам, парнашос ар кад, курам нав так далас проблем. У меня было так много боли и все это ерунды, депрессии, разочарования, страхи. Man bija tik daudz problēmu un visādu depresijas un baiļu. Я уже не буду рассказывать всю историю. Es nestāstīšu visu stāstu. Потому что были проблемы и в церкви также. Bija tāpat arī draudzē problēmas. Ну, церкви тоже проходят разные времена, делают ошибки. Arī draudzē cilvēki iet cauri dažādiem laikiem un izdara arī kļūdas. Было время в конце 90-х. 90-no gada beigās. Ну, по крайней мере, у нас в Украине, не знаю, как у вас. Tas vismaz mums Ukrainā, nezinu, kā pie jums tas bija. Когда не сильно ценили людей. Ka nepārāk vērtēja cilvēkus augstu. В начале 90-х люди просто приходили толпами, потому что Дух Святой их приводил. Un 90. Gada sākumā cilvēki nāca vienkārši pūļiem, jo Dieva gars viņus atveda. Но потом надо было служителям вырастать, мудреть и работать с людьми. Un tad vajadzēja kalpotājiem pieaugt, kļūt gudrākiem un kalpot cilvēkiem. Но часто хотели на старом опыте. Bet mēs Ну, двигаться на по старому. Mēs gribējām pa vecam iet. Поэтому, если есть проблемы. Тобец ja ir problēmas. Нет человека нет проблем. Но cilvēki nav problēma. И многих людей просто выгоняли из церкви. Un daudz cilvēks vienkārši padzina no draudzes. Делали различные дисциплинарные немудрые меры. Un izdarīja dažādas disciplinārs nepārāk gudras mērus pieņēma. А ещё начались какие-то очень духовные откровения везде. Un visur sākās kaut kādas ļoti garīgas atklāsmes. Nas snimāju, da? Mūs filmē, ja? Ai. И где-то мне было 16 лет. Man bija apmēram 16 gadi. Почти 17. Gandrīz 17. И меня вот так вот выкинули из церкви по откровению. Un mani izmeta no draudzes atklāsmes dēļ. Ну, одного авторитетного служителя было откровение. Vienam autoritārai vienai kalpotājām bija atklāsme. Ну, это долгая трагическая история. Tas ir garš traģisks stāsts. Это было не совсем в моей церкви, ну, так. Tas nebija īsti manā draudzē. Ilgi jāskaidro. И я получила очередную порцию стресса. Es saņēmu kārtējo stresa porciju. Ну, я болела даже из-за стресса этого. Но стресса из-под саслым. Ну, представьте, я жажду Бога, я очень хочу быть в церкви, я хочу служить Ему. Iedomājieties, es vēlos kalpot Dievam, es vēlos būt draudzē, es vēlos Viņam... Я даже вру родителям, чтобы как-то убежать в церковь. Es pat meloju vecākiem, lai kaut kā aizmukt uz draudzi. А вот тут в этой церкви мне закрывают двери. Un šajā draudzē man aizver durvis. И получается, и что Господь мне теперь делать? Un ko tagad man kungs darīt, sanāk? Не в мире и не в церкви. И где pasaulē, тогда? Ne pasaulē, ne draudzē, kur tad es esmu? Где-то это длилось около 3 лет. Tas apmēram 3 gadus vilkās. Ну, пока в церкви поумнели. Kamēr draudzē kļuva gudrāki. И со мной Бог работал, он меня исцелял очень сильно. Un Dievs ar manīm strādāja tāpat. И в это время Бог очень сильно близко был ко мне. Un tajā laikā Dievs bija ļoti tuvu man. И мне, конечно, очень хотелось, чтобы мне кто-то послужил, за меня молился. Un man, protams, gribējās, lai kāds man pakalpo, lai kāds par mani lūgtu. Из-за обстоятельств этого не было часто. Nu, bet dažādu apstākļu dēļ tas bieži vien nebija. И все, что мне приходилось, Господь... Viss, kas man atlika, bija Dievs. И сейчас думаю, слава Богу, что я научилась общению с Ним вот так. Un es esmu pateicīga Dievam, ka es esmu iemācījusies šo sadraudzību ar Viņu. Общаясь с Ним лично. Runāties ar Dievu personīgi. И поэтому я говорю, что тайная комната. Tāpēc es saku, ka šī... Это то место, где приходит чудеса в вашу жизнь. Слепенā īstaba, tā ir tā vieta, tā vieta, kur atnāk brīnumi uz dzīvi. Ваши личные отношения с Богом. Jūsu personīgās attiecības ar Dievu. Он ближе к вам, чем вы думаете. Viņš ir tuvāk, nekā jūs domājat. Особенно, когда вы проходите трудные времена. Īpaši, kad jūs ejat cauri grūtiem laikiem. Steidzieties pie Viņa. Спешите в церковь. Steidzieties uz draudzi. Это то, что Бог сотворил, вот это святое собрание, это невероятно. Tas, ko Dievs ir radījis, šī svētā draudze, tas ir kaut kas nereāls.
Это там, где вы можете подняться. Tas ir tieši tur jūs varat pacelties. Там, где ваша жизнь может восстановиться. Tur, kur jūsu dzīve var atjaunoties. И вот интересно, бывает, некоторые делают акцент только на тайной комнате. Ir gadījumi, kad liek akcent tikai uz šo slepeno lūkšanu istabu. А кто-то только на церкви. Cits tikai uz draudzi. Но одно без другого не работает. Bet viens bez otra nestrādā. Это должно быть вместе. Tam ir jābūt kopā. Если вы считаете себя очень духовным, что вам не нужна церковь, я буду только с Богом общаться. Ja jūs uzskatāt sev par ļoti garīgu, un jūs, jums nav vajadzīga draudze, un jūs pat ar Dievu pat taisno varat tikai runāsieties. Да, в любом случае приведет к заблуждениям. Tas ievedīs jūs maldos, jebkurā gadījumā. Поэтому еще раз говорю, это время, это место, оно свято и ценно. Un tāpēc es saku vēlreiz, šī vieta un tas laiks ir ļoti svēts un svarīgs un vērtīgs. Но если только церковь. Bet ja tikai draudze. Без личных отношений с Богом. Bez personīgām attiecībām ar Dievu. Мы просто научимся правильно себя вести. Mēs iemācīsimies sev personīgi pareizi vest. Pustim, nenapolnenim. Un mūsu sirds būs tukša, nepiepildīta. Это будет просто форма без содержания. Tā būs vienkārši forma bez satura. И особенно, когда мы прославляем вместе Господа, это вообще небеса открываются. Un kad mēs slavējam Dievu kopā, tad debesis atverās. Правда ведь? Vai ne tā? Очень круто, когда мы лично прославляем Бога, но в церкви это тоже что-то невероятное. Мы так не можем наедине, просто в тайной комнате. Un tad, kad mēs draudzē slavējam kopā Dievu, mēs to nevaram izdarīt šajā lūkšana istabā. И это влияет на атмосферу в городе, на атмосферу в стране. Un tas iespaido gan atmosfēru pilsētā, gan atmosfēru valstī. Ваши молитвы, когда вы молитесь за кого-то, за страны. Jūs lūkšanas, kad jūs lūzat par kādu vai par kādām valstīm. Это огромное оружие, большое оружие. Tas ir varens ierocis. И я исполню песню. Un es nodziedāšu dziesmu. Которая называется «Тайное место». Kura saucās šī slepenā istabā. Когда наша душа болит. Kad mūsu dvēsela sāp. Мы иногда хотим, может быть, кому-то отомстить или что-то сделать, вот, чтобы не болело. Mēs gribam kādam, varbūt, atriefties vai kaut ko izdarīt, lai nesāpēt. Но наша греховная натура не всегда сразу правильно реагирует. Mūsu grēcīgā daba nevienmēr pareizi reaģē. Мы знаем, что правильно прощать. Mēs zinām, ka pareizi ir piedot. Ну, вот как-то не всегда сразу получается. Bet nevienmēr kaut kā tā sanāk. Вот кому получается прощать сразу? Kam sanāk piedot uzreiz? Вас обижают сильно, а вы вот так сразу раз и простили. Он юс